Где я? В стране великанов. На съемках «Шпионского моста» Спилберг спросил меня, читал ли я книгу «Большой и добрый великан». Марк – удивительно разноплановый актер. Мне хотелось, чтобы БДВ выглядел совершенно реалистично. Я слышу много чудесного и много ужасного. А достичь этого можно было лишь путем анимации, взяв за основу игру Марка. А что в этих склянках? Сны там. А я снов вижу мало. Да что ты. Он увлекает Софи в мир фантазий и приключений. С ума сойти. Они испытывают друг к другу самые теплые дружеские чувства. Марк своей игрой тронул мое сердце. Тут главное – это сила воображения. Дыши глубже, держись крепче и вперед! Дисней представляет «Большой и добрый великан».